В этом видео вы прогуляетесь со мной по очень необычному месту, одной из достопримечательностей Дагестана – Бархану Сарыкум. Уважаемые подписчики нашего канала, меня зовут Альберт. А если вы еще гость, который случайно включил это видео, то обязательно подпишитесь, а я начинаю свой рассказ. Бархан Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, расположен в Кумтыркалинском районе Дагестана, всего в 18 километрах от Махачкалы. Дюна находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника, который был создан 9 января 1987 года. Очень интересный факт. На Бархане снимали легендарный советский фильм «Белое солнце пустыни». И вы наверняка помните вот этот эпизод. Давно обосновался? На Бархан нас привезли на микроавтобусе «Мерседес». Тоже туристическое агентство, что и на Сулакский каньон. На канале я выкладывал видео с этой достопримечательности. Если не видели, ссылку оставлю в описании. Да, если вам интересно узнать, с какой компанией мы путешествовали по Дагестану, напишите в комментариях к видео. После покупки билетов нашей группе предстояла долгая и интересная прогулка на вершину Бархана. Проход, как вы можете видеть, оборудован мосточками из металла, что чрезвычайно удобно. Песок не попадает в обувь, и прогулка становится безопасной. Ведь на Бархане обитает несколько видов ядовитых змей. Это очень опасная и агрессивная гюрза и кошачья змея. Зафиксированы даже факты нападения на людей, так что будьте осторожны. Пока я поднимаюсь на вершину Бархана, пожалуй, расскажу вам еще немного о нем. Так вот, Сарыкумский бархан очень старый. Имея длину приблизительно 3 километра и площадь 11 квадратных километров, высота самой высокой вершины может варьироваться от 213 метров до 262 метров. Кроме змей, в районе Бархана водится большое количество насекомых, птиц и животных, таких как еж, барсук, волк, заяц-русак, мохноногий тушканчик, лисица и летучие мыши. Ну и чем выше я поднимался, тем песка на дорожке становилось все больше и больше. Если за мосточками вообще не ухаживать, то, скорее всего, песок быстро бы отвоевал свою территорию. Оказавшись на вершине, вам откроются потрясающие виды на большую часть Бархана. Здесь вы сможете снять обувь и прогуляться немного по песку, а песок очень приятный, и прогулка вам доставит большое удовольствие. Да. На этой площадке находится охранник, и он разрешает ходить только в одну сторону, а именно на левую. Направо территория змей и скорпионов. А теперь предлагаю вам осмотреть Бархан с тех сторон, которые недоступны для нас с земли, и куда опасно заходить для нашего здоровья и, возможно, жизни. Кадры получились просто потрясающие. Приятного вам просмотра. А я надеюсь, вам это видео понравилось, и вы его оцените вашим драгоценным лайком. А если это так, то подпишитесь на наш канал. Всем удачи и пока!